Петергоф. Это один из фонтанов Петергофа. Всем привет из Петергофа. Была широко распространена в Европе в 17-18 веках. Эрмитаж в Петергофе, построенный в 1725 году по проекту архитектора Браунштейна, стал первым в России. Он послужил образцом для многих русских эрмитажей, строившихся на протяжении 18 века. Павильон предназначался для уединенных увеселений хозяина в тесном дружеском кругу. В парадном зале, который занимает весь второй этаж, был предусмотрен овальный стол с подъемным механизмом, чтобы оградить собравшуюся компанию от посторонних глаз и ушей. При помощи лебедки, системы канатов и блоков, слуги, находившиеся в буфетной первого этажа, опускали и поднимали центральную часть стола. Да, это верно. Когда приходили гости, так и было. Любую еду можно было заказать, видите, с помощью записки. Это павильон Эрмитаж. Поближе подойдем, павильон Эрмитаж. Финский залив уже. Мы думали, белка. В то время, конечно, воды больше было. И, как правило, здесь были увеселительные мероприятия. Финский залив. Такие были беседки. Mm-hmm.
Вот вам белочка. Ты убежала. Эрмитажный каскад. Львиный каскад – это единственный из четырех каскадов Львиного города. Такой каскад красивый. Львиный каскад. Павильон Эрмитажного находится Львиный каскад. Красота. И львы с одной стороны и с другой стороны.
деревне. Если кто хочет прогуляться, тот поднимается по лесенке. Финский залив с весмотром. Лосо просто. Поехали. Давай, Сеси. Нам будем сразу наверх ходить. 10 лет. Что, не найдет, что ли? В той стороне фонтан, но уже выключили. Один из фонтанов, золотая лестница. Ну, за... Сейчас уже закрыли, выключили все фонтаны. 7 часов выключается фонтан. Все равно красиво, трогательно. Можно подняться, посмотреть на Финский залив. Яблони. Отражение, как красиво. Красота отражения.
Это я. Прогулка удалась. На славу. Фонтанчик такой. Уже нас предупредили. Пожалуйста, выходим. Львиный каскад, но фонтаны уже выключены. Он все равно в своей красоте перед нами. Птицы поют, красота, зелень, зелень везде. Но уже мы последние гулёны. Ой, такая прогулка на славу. Всем советую, кто приезжает в Санкт-Петербург, посетить Петергоф. Величественный Петергоф.